Ничего себе! Даже бумага не намокает! Всем привет! Сегодня я вам покажу несколько опытов с водоотталкивающей пропиткой нано-гидростоп текстиль. А в конце видео я расскажу, как получить такое средство абсолютно бесплатно. Эта пропитка создана для того, чтобы защитить от воды и грязи изделия из любых видов ткани, замши, нубука и кожи. Ссылка на более подробную информацию есть в описании под видео. Для первого опыта я нанес пропитку на самую обычную хозяйственную перчатку и подождал несколько часов, чтобы перчатка высохла. Затем подготовил емкость, в которую я налил 3 литра кока-колы. Одна перчатка обработана, а другая нет. Давайте же посмотрим, что произойдет. Как видите, обработанная перчатка осталась сухой, а необработанная полностью промокла и впитала в себя кока-колу. Сейчас я проведу аналогичный опыт с джинсами и обычной водой. Постепенно начинаю разбрызгивать воду на джинсы. Как видите, необработанная штанина начинает очень быстро промокать, а с обработанной влага попросту соскальзывает. Намочить мне ее так и не удалось. Затем я обработал средством один лист бумаги, а другой не обрабатывал. Стал поливать бумагу клубничной фантой. Как видите, обычная бумага полностью намокла, а с обработанного листа фанта скатывается. На ней остаются лишь небольшие шарики, которые потом соскальзывают и не впитываются. Затем я обработал поверхность стола, оставив необработанный маленький прямоугольный участок. Клубничная фанта сосредоточилась на необработанном участке и не хотела никуда утекать. С каждой каплей слой фанты становился все толще и толще, но она так и не хотела терять свою необычную форму. Затем я стал создавать рядом с прямоугольной фантой большую каплю, и как только они соединились, то прямоугольная жидкость просто засосала в себя эту каплю. Я повторил опыт еще раз, и произошло все то же самое. Затем я решил усложнить задачу и обработал обычный ватный диск. Уж он-то точно должен намокнуть. Но нет, после опускания в кока-колу намок только лишь необработанный диск, а обработанный абсолютно не захотел впитывать в себя влагу. Затем я взял кусок белой простыни, одну половину которого я обработал чудо-средством. Поначалу я стал очень осторожно поливать простынь колой, так как думал, что она вся намокнет. Но потом разошелся и стало отчетливо видно необработанный участок, так как он полностью промок. Затем я обработал средством небольшой лист ДВП и стал поливать его фантой. Стало создаваться впечатление, что по листу побежали маленькие головастики. Жидкость он так и не впитывал, на нем только оставались небольшие шарики, которые я с легкостью вытер при помощи тряпки. Ну а лист ТВП после этого остался полностью сухим. Ну и напоследок я решил намочить 2 носовых платка в кока-коле, и как этого и следовало ожидать, обработанный платок не захотел намокать. Так что если вы захотите высморкаться в такой платок, то будьте осторожны, ведь из него с легкостью может выскользнуть продукт ваших стараний. Чтобы получить нано-гидростоп текстиль в подарок, нужно выполнить несколько простых условий. Первое. Подписаться на канал Умелое ТВ, поставить лайк на это видео, сделать репост этого видео ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Второе. Написать в комментариях, для чего бы вы хотели использовать это средство. Розыгрыш 10 таких упаковок с распылителем я проведу через 2 недели. Результаты конкурса будут на канале Умелое ТВ Лайф. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также обязательно обратите внимание на самые интересные плейлисты на моем канале. Это вкусные рецепты и интересные опыты.